Идите. Выше. Идите выше. Идите. Дедушка. Дедушка. Привет, дедушка. Эй, в чем дело, малыш? Смотрите, он сломался. Я просто ждала снаружи. И не волнуйтесь, мы починим его в кратчайшие сроки. И у нас есть все необходимое для этого здесь. Но папа сказал не говорить здесь ни о чем. Что же, он прав, что должен быть осторожен. Инструменты — это не игрушки. Но я не буду возражать, если вы попытаетесь это исправить, пока я здесь, чтобы учить вас. Можно мне? Вы, конечно, можете. Вы уже большой мальчик, и я знаю, что у вас все получится. Это тоже очень весело. Пойдемте, я вам покажу. Видите здесь? Мы не можем так работать на всем самолете. Нам нужно будет разобрать его на части. Первый. Возьмите этот съемник гвоздей и поместите его у основания гвоздя в верхнем крыле. Держите его вот так и тяните. Отличная работа. Вы сильный маленький парень. Я горжусь вами. Очень хорошо. Посмотрите, как легко это получилось. Посмотрите, как вы отрываете крылья от самолетов голыми руками. Но мы еще не закончили. Есть еще много деталей, которые нужно отсоединить подобным образом. Давайте теперь займемся колесами. Нам нужно сначала вытащить гвозди. Отличная работа, парень. Видите, теперь мы можем снять колеса. А также эта маленькая ось, которая удерживает их вместе. Теперь все становится еще сложнее. Мы не могли добраться сюда раньше, потому что колеса мешали. Но есть. Хорошо, пришло время снять нижнее крыло. Раньше мы не могли этого сделать, но теперь это легко. Просто вытащите эти гвозди сюда. Хорошо, я вижу, вы начинаете это понимать. Мы вытащили гвозди, но эти вертикальные опоры должны быть удалены. Трубка, а теперь крылатый, так как пропеллер оторвался, когда вы играли, и он уже на подносе. У нас хорошее начало. Но теперь нам тоже нужно выключить двигатель. Снимите вал пропеллера, а затем сам двигатель.
Вы отлично справляетесь. Все, что теперь осталось, это хвост. Покажите мне, как вы с этим справляетесь. Но да, именно так. Замечательная работа. Теперь сделайте вертикальный стабилизатор. И удивительно. Я так горжусь тобой, малыш. Пришло время хорошенько его прополоскать. Мы не сможем хорошо работать, если все не будет убрано, понимаете? Давайте, давайте перенесем подносы на этот стол. Посмотрите, как это будет просто. Теперь, когда у нас есть все детали, разложенные по полочкам. Нам повезло, что эта грязь и грязь сойдут только с водой. Итак, хорошо. Давайте начнем с этой маленькой части и очистим ее. Отлично. Детали теперь чистые. Но посмотрите, что часть краски начинает отслаиваться. Хотя для нас это не проблема. Здесь много воды. Давайте перейдем к другому. Мы не можем все испортить. Вода сняла часть краски, и мы не можем здесь. Возьмите эту наждачную бумагу и потрите ею поверхность. Не слишком усердствуйте. О, это хорошо. Если мы не удалим всю старую краску, новая краска не пройдет гладко. Так что постарайтесь быть точным. Мы хотим, чтобы это было как можно лучше, верно? Нет. Позвольте мне привести в порядок свой разум, чтобы привести. Thank you.
Фантастика. Вы проделали отличную работу. От старой краски не осталось ни капли. Теперь давайте дадим этой красавице новое пальто. Давайте, хорошо, теперь пришло ваше время блистать. У меня здесь есть несколько разных красок. Не стесняйтесь выбирать один, и мы придадим самолету красивый цвет. О, это! Я знаю, что вы можете это сделать. Просто нанесите ровные, спокойные мазки, и краска хорошо растечется. Здесь все еще нужно немного подкрасить кое-где. Мы же не хотим, чтобы это выглядело неровно, не так ли? О-о, мы становимся творческими, не так ли? Это хорошо. Давайте вдохнем в это немного нравственной жизни и сделаем это лучше, чем было раньше. Молодец. Вы можете себе представить, как будет выглядеть самолет, когда мы закончим. Хорошо, пришло время собрать все воедино. Давайте вернемся к главному столу. Мы почти закончили. У нас подготовлены все детали, и все готово к сборке. Давайте начнем с основной части. Все, что нам нужно сделать, это взять кусочки и подогнать. Да, это было в этой щели раньше. Теперь нам нужно вставить гвозди обратно, и для этого мы воспользуемся этим молотком. Отличная работа, малыш. Теперь мы собираемся сделать то же самое с остальными частями. Вставьте их в пазы и прибейте гвоздями. Мы почти закончили, мальчик, еще несколько деталей, и мы соберем весь этот самолет вместе.
«Послушайте, мы почти закончили. Вы сделали это. Я так горжусь вами. Мальчик, вы сделали все это сами. Посмотрите, как это красиво сейчас. Снова готов к полету». Вы знаете, мой отец иногда возил меня в аэропорт. Я привык наблюдать, как самолеты выруливают на взлетно-посадочную полосу, а затем взлетают. Thank you.